один, небось, бедный. Ну, валим на корвет. Там тебя накормят до отвала. Матросы добрые ребята. Пошли. За непорядок садить не приходится. Матросу лишний раз зубы съездить, если за делом. От этого никакой вреды нет. Верно я говорю? А ты, Фомич, кого, частенько без всякого дела, приезжаешься? Ну, ты поговори у меня. Другой раз можно и не за делом, а так, для острастки. А это что? Окажи милость, Фомич, замолви слово старшему офицеру. Пусть разрешит собаку взять. А нам плавание все веселее будет. А тебе какого веселья надо? Она всю палубу изгадит. Я вам говорил, сам боцман непорядку не дозволит. Хоть ты и писар, а я не просил тебя за меня расписываться. Как ее дразню? Неизвестного звания пока. Но мы его ж как-нибудь назовем. Да ведь он, братцы, без хвоста. Куцый. Ну что ж, братцы, пусть будет куцый. Куцый. На, куцый, на. Завтра спрошу старшего офицера. А пока пусть ему на глаза не попадается. Говорят, боцман у вас здесь грозный. В прошлом году быка кулаком убил, а? Ну уж быка. Не быка, так бычок. Так вот, Егорка, раз мы с тобой земляки, да и койки наши будут рядом. Вместе жить, вместе служить. Море людей сдружает. Ты море-то любишь? Не знаю. Возле нашей деревни никогда моря не было. Вот бури, говорят, страшные на море бывают. Ничего, поплаваешь, привыкнешь. Вот еще один привыкать должен. Может, завтра с нами плавание пойдет. Ты смотри, Егорка, его не обижай. Где уж мне других-то обижать? Мне бы только меня никто не обидел. Эх ты, матрос! Грот и бизань тебе в орлянку, откорми добака. Со всеми реями и бушпритом, а полный борт и винт. Надраивай крепче. Три, три до блеску. Три хулери, две чумы. Свистунов! Боцман! Дьявол! Боцман, Зюба! Это чего же было вроде? Посмотри, боцман, голубчик, что в тебя черт побрал? Что у тебя на ватах-то делается? Позор, ужас! Ваше благородие, ваты для меня дороже собственного глаза. Заменить! Есть заменить, ваше благородие. Что ж ты молчишь? Боцман, голубчик, подлец ты эдакый! Я спрашиваю, что это? Это, ваше благородие, куцый. Откуда взялся? Кто разрешил? Приблудные матросы пожалели, просят дозволу оставить на конверте. Что ты? Как можно? Что в нем хорошего? Безобразный? Хвоста нет? Ребра торчат? Оттого и пожалели, ваше благородие. Ну, вот что, боцман. Вели накормить хорошенько и на все четыре стороны. Есть. Оп-лап! На грудь! Становись!
Поднять! Василий Иванович. Доброе утро, Николай Федорович. Рад отметить образцовую чистоту и порядок на корабле. Благодарю, Николай Федорович. Разрешите представить вам двух новых членов кают-компании. Окончили морской кадетский корпус и назначены к нам на корвет. Гардемарин Александр Горелов. Гардемарин Владимир Ашаров. Рад познакомиться, господа, и служить вместе. Я тут тоже человек новый, но вижу, что корвет отличный. А благодаря Василию Ивановичу порядок на нем идеальный. Батюшки! А я и не знал, Василий Иванович, что на корабле есть нештатный член экипажа. Он не корветский, приблудный. Матросы просят его оставить. Беспорядок. Прогорю! Но почему же, Василий Иванович, почему не исполнить просьбу матроса? Боцман! Есть! Накормить собаку и оставить на корвете. Счастливого плавания, Василий Иванович. Благодарю, благодарю. Вы бы женились, голубчик? Я не прочь, но все, знаете, как-то некогда. Вот когда из плавания вернусь, непременно женюсь. Это через 3-то года? Какая же девушка тогда пойдет за вас? Любая. Я ведь законсервирован, не сдаюсь. Прошу, господа, прошу шампанского подвать. Прошу, господа, прошу. Прошу. Счастливого пути вам, Василий Иванович. Да. Благодарю. А теперь, молодой человек, с вами чокнемся. Уверен, Александр, что ты будешь честно служить Отечеству. Твой отец ни у кого не искал, ни перед кем не кланялся, но служил по совести, исполняя свой долг. Будь справедлив, не лицеприятствуй, не вреди товарищу. Ну, будь здоров. Ты вернешься и не узнаешь Верочку. Она уже невестой будет. Чего не прозевать, а то беда. Страшно все. Непривычно. Тла какая. Хоть глаза выколи.
что по правому борту делается? Есть, погляжу. Как самочувствие? По совести говоря, жутко, Алексей Петрович. Что это за город будет? Англичанский или французский? Это Брест город. Французского королевства Порт. Я был здесь. Кабаков-то сколько, кабаков-то. Сплошное благоухание. Один франок рубью. Другой тоже рубью. Третий надо пропить. Разве белье помыть на четвертый? Там, ну его с бельем, сам помой. И четвертый пропил. Матвей Фомич, старший офицер к себе требует. А что? Командир отменил берег. Учение будет с французами в запуске. Марина Шаров, не сводите глаз с француза. Слушаюсь, Николай Федорович. Поднят сигнал, приготовиться к учению. Командуйте, Василий Иванович. Есть, Николай Федорович. Свистать всех наверх! Прикажите команду во фронт, Василий Иванович. Команде построиться на верхней палубе. Мы сами должны знать, и всех наций моряки должны быть уверены. В случае войны русский моряк свой маневр быстрее другого сделает. Врагу не даст уйти, нагонит. Смотрите, не осрамитесь. И меня не осрамите перед французами. Уверен, знаю, что молодцы! Паруса ставить есть? На адмирале сигнал, все паруса ставить! А свои повадными сталикам! О, русский
следует моим сигналам. Отлично, посмотрим. Ну что, на адмирале? Бегут по Марсам. Слава богу, нашим же на Саллингах. Шибче, шибче, Егорка, а то срамимся перед французом и капитана огорчим. Стараешься досечь, страшно сорваться. Высоко. И зачем это так надо торопиться? Нужно. Ты про это не думай. Ты лучше думай, как свой матросский долг вспомнить. Никогда не сорвешься. Сколько минут? Полторы минуты. Глупаются черти. Что там на французе? Французы отстают. Сейчас еще секунд 30 выживем. Живей, живей! Лето! До секунду проворонит, не пощаду. Василий Иванович, не надо. И без того люди рвутся. Это уже выходит излишняя опасная акробатика. На Витязи матросы не бабы, не говори. Люди, Василий Иванович. Держись, Егорка! Держись! Держись! Держись, деревня! Я тебе упаду! Душу выну, чертов сын! Марсовый певцов, ты слышишь меня? Слышу, ваше благородие. Подчинись на руках! Еще, еще! Ставь ногу на перт! Так! Теперь спускайся потихоньку вниз! Прикажите продолжать, Василий Иванович. Продолжай! Все хорошо, ребята, продолжай! Но осторожней! Они выиграли 40 секунд. Вы разорены, дружище, на целых 40 бутылок. Из-за тебя, чертова деревня, цельный минут потеряли. Не виноват я, Фомич, сорвался. Неудачливый я. А ты это видел? Так вот, Егорка, смотри на эту зубочистку и помни. Буду я тебя и днем чистить, и ночью, пока ты у меня удачливым не станешь. Понял? Понял. Да. А сегодня так. Для первого раза и по случаю победы над французским адмиралом обойдемся так. Без задатку. Эй, Свистунов! Я тебе дам! Егорка, так помни, что я тебе говорил. Матрос Певцов, откуда у тебя это? Зашибся, ваше благородие. Зашибся? Зашибся. Обычный ответ. Да-да, господа, русский матрос не любит, не умеет жаловаться. Но мы с Алексеем Петровичем за минуту до того, как у матроса появился синяк под глазом, видели около него боцмана Дзюбу. Василий Иванович, прикажите унтер-офицерам и боцманам не иметь линьков и не драться. Не то буду с ним взыскивать. Есть! Ну-с, хозяинчите, Василий Иванович. Прошу, господа, к столу, прошу, Володя. Вино бургундское.
1807 года. Прошу, господа, прошу. Так и передайте унтер-офицерам и сами помните. Линки выбросить, кулаки пускать в ход не сметь. Слушаем, ваше благородие. Поняли? Никак нет, ваше благородие. Как не понял? Я, кажется, ясно говорю. Линки выбросить. Понял, Джива? Никак нет, ваше благородие. А ты, Никифор? Невдомек, ваше благородие. По какой такой причине? И как, осмелюсь доложить, ваше благородие, боцман и вдруг без линька? Не ваше дело рассуждать. Слышите? Слушаю, ваше благородие. И чтобы не смели мне ударить матроса. Ни больше, ни. Как вам угодно, ваше благородие. Но только ежели примерно сказать, не удар я матроса, то какой же я буду боцман? Никакого почтения. Да. Да. Не драться. Никаких разговоров. Особенно ты, Дзюба. Ишь, ведь у тебя дьявол ручище. Идите. Помните это приказание своего командира корабля. Слушай, ваше благородие. Цыганка и та на тебя зубы скалит. Это у тебя откуда? Зашибся, ваше благородие. Зашибся. Зашибся. А ты молодца, Егорка, не жаловался. Жаловаться для матроса последнее дело. Понял, голубчик? Понял, Николай Федорович. Ну вот, на этом мы с вами наш сегодняшний урок и закончим. Кстати, вы читали последний номер морского сборника? Читал, Николай Федорович. Хороший журнал. Мы, моряки, должны быть горды тем, что первыми в России усвоили новые свободолюбивые идеи. Пожалуйста. Николай Федорович, опять зашибся. Кто? Опять он, Егор Певцов. У этого первогодка все плавание не сходит, синяки под глазами. То под правым, то под левым. Благодарю. Не Дзюба ли все-таки это работает? Нет, полагаю, нет. Я вызывал его, спрашивал. Отрицает. Дзюба старый служака, и он не нарушит приказ капитана. А уж если нарушит, то отрицать не станет. Не, ни за что нет. Кто ж тогда? Неужто из офицеров кто-нибудь рукоприкладствует втихомолку? Конечно, никто, Николай Федорович. Я уверен, никто. Так кто ж тогда?
Свистунов. Какой вы державы люди? Откуда и куда идете? И как зовется ваше судно? Мы, русская держава люди, идем из Кронштадта в Америку, а зовется наше судно «Витязь». Ага, российские, значит, люди. Наслышаны мы о них в подводном нашем царстве. Ответствуйте, господин капитан, угодно ли вам счастливого плавания и попутных ветров? Конечно, угодно. Могу вам сие даровать, но надо вас крестить морской водой. Или выкуп, бочонок водки. Рому, а? Рому? Рому. А разве царь Нептун пьет? Так точно, ваше короче, выпивает по малости. Тогда плачу царю Нептуну и всей его свите, и народу 2 бочонка рома. Жалую вас, российские люди, попутные ветром и благополучным плаванием. Быть посему... Ура! Господин капитан откупился. А все прочие российские люди, которые впервой наш экватор переходят, всех крестить морским крещением! Пойдемте, а то и нам попадет. Чего доброго. Держи, тимейка, тимейка, поближе к нему. Слишком не дури. Шура! Эх, ваше благородие. Ну, пошли, отпраздновали. Я знаю, теперь я знаю, кто избивал матросов, втихомолку. Какая низость. Мне стыдно за тебя. Володя! Ты поступил как... Молчи! Да, друзья, окрестились. Веселое дело. Четвертый раз перехожу экватор, и четвертый раз меня матросики крестят. Опять не удрал. Ну что, поссорились? Такие друзья и друг. Я не могу быть другом человека, поступившего так подло. Гардемарин Ашаров! Гардемарин Горелов! Нет. Гардемарин Ашаров! Тихо-тихо-тихо! Я вызываю вас драться! На дуэль! Хорошо! Я убью вас. Василий Иванович, у вас есть пистолет? 2 пистолета! Два пистолета у меня есть. Но у меня есть и 2 разные каюты. Я вас обоих рассажу и буду держать под арестом. Поняли, господа гардемарины? Фу.
Вам не жарко, голубчик? Нет, Василий Иванович. А мне жарко. Вы, голубчик, того. Вы не обижайтесь, что я посадил вас под арест. Но право так лучше. Военный корабль, дисциплина. И вдруг дуэль. Позор и корвет, и командир. А Горелов обещал забыть не только о пистолетах, но даже не вспоминать о ножах столовых. Или там, ну, мало на чем придумать и драться. Вот обещайте вы мне. А я обещаю командиру ничего не докладывать. Огорчать не хочу. Ну, даете слово? Хорошо, даю. Ну вот и спасибо. Спасибо, голубчик. Завтра увидите Горелова, опять будете друзьями. Нет, Василий Иванович. Горелов был мой лучший друг. Теперь конец. Друзьями больше никогда не будем. Ну и напрасно, напрасно. Корабль это не берег. Там поссорились и разошлись в разные стороны. А в море куда уйдете друг от друга? Ну, я пошел. Значит, вы обещали. Да, и смотрите, что в этом самом. Бокса там, какого бы тоже не был. Знаю я вас, Гардемаринов. Петухи. Фух, да. Ты свободен, врач, сиди отдыхай. Есть! Войдите. Один из нас должен умереть. Я не собираюсь. Умирай, если тебе хочется. Офицер не прощает оскорбления. Но мы обещали Василию Ивановичу... Оружия не будет. Все будет выглядеть как несчастный случай. Я думал, все. Ну? Американская дуэль. Мы тянем два билетика. Кто вытянет с надписью «Смерть», тот не позже, чем завтра утром, должен сам покончить с собой, упасть за борт. Мальчишество. Ты трусишь? Я? Пиши билетики. Это что? Задача по астрономии. Можно? Теперь все равно. У тебя здесь ошибка. Солнцестояние не в июле, а в июне. Исправь. Твое право тянуть первым. Боишься? Ну что ж, умру я завтра в 8 утра. Прощайте.
Хорошит в краях благодатный. Таких краев у Бога на земле немного. Это верно. Благодать теплы. А в России, матушки, теперь зима, снег. Да, снег. Были бы крылья, чтоб в небо взлететь. Сильные крылья большие, чтобы взглянуть на тебя, посмотреть, милая, сердцу Россия. Чтобы взглянуть на тебя, посмотреть, милая, перед смертью простимся, Володя. Расстанемся хоть не врагами. Прости меня, я был неправ. Шура, милый, так зачем же? Забудем все, и дуэль недействительна. Нет, голубчик, нельзя. Слово держать надо. Я должен искупить подлость. Прощай, Шура, опомнись. Это ж глупо. Разрешаю тебя от слова. Но я не разрешаю. И прошу тебя, не поднимай тревоги. Я скоро потону. Я пловец неважный. Письмо отправь. Гардемарины. Первая вождь рыбцов на вельбот! Три хуляры битвы! Мичман Лопатин, ищите людей на Ост-Норд-Ост. Есть! Погибает за непоми. Что? Кто погибает? Федосеевич? Да нет такого моря, в котором он потонет. Мой закваски матрос. Погибай. Что, не видно ваше благородие? Не видно пока. Людей не видно. Корабль пробежал больше мили. Могут и не найти. На вельботе исправный лихой офицер. Уверен, что Лопатин без людей не вернется. Стой, брат! Слушай, весла! Слушай, все, брат! Ребята!
Федосеевич. Вот что, Федосеевич. Проси, чего хочешь. Ладно. Ваше благородие, попрошу. Ну? Вы ударили матроса первый раз. Пусть он и последний будет. Эх, Федосеевич, знаешь, о чем я мечтаю? Никак нет. Чтоб когда-нибудь, как следует, отплатить тебе за все. Василий Иванович. Расстаемся, Николай Федорович. Должен сказать, что я и огорчен, и рад. Рад, потому что вы будете командовать хорошим кораблем, я служил на Голубчике, а огорчен тем, что теряю прекрасного товарища и настоящего хозяина корвета. Я знаю, Василий Иванович, что вам нравился мой портсигар. Пусть эта вещица напоминает вам о нашем совместном плавании. Благодарю, Николай Федорович. Благодарю. Моя служба с вами будет для меня всегда самым приятным воспоминанием. И... Помни, Фомич, что у тебя корвет всегда как игрушка будет. Надеюсь. Прощай! Не извольте сомневаться, ваше благородие! Дороже собственного глаза! Не забывайте нас, Василий Иванович! Эх, жалко нашу чистоту, Иванович. Хороший был человек, добрый. Каков-то новый будет. Это что такое? Собака, ваше благородие. Дурак. Я и сам вижу, что это собака, а не швабра. Чья это собака? Конвертская, ваше благородие. Как твоя фамилия, боцман? Дзюба, ваше благородие. Боцман Дзюба, выражайся яснее, я тебя не понимаю. Что значит корветская собака? Матросская. Конвертская значит общая, ваше благородие. Куцей звать по причине хвоста, ваше благородие. Собаки на военном судне беспорядок. Они только гадят палубу. Посмели доложить, ваше благородие. Куцей собака понятливая и ведет себя как следует. Прежний старший офицер дозволяли ее держать, и команда ее любит. Слишком много вам позволяли прежде, распустили. Я вас всех подтяну. Слушаюсь, ваше благородие. Если я когда-нибудь увижу, что собака мне изгадит палубу, я прикажу ее выбросить за борт. Понял? Понял, ваше благородие. И помни, что я два раза своих приказаний не повторяю. Фу, какая мерзкая собака.
чтобы я никогда нигде не встречал этой собаки. Слушай, ваше благородие. Слыхал? Не глядит, значит, новый старший офицер на меня рыбьим глазом. И сам как пила. И никакой, значит, тебе передышки. Одно слово, зуда. И придира без всякого рассудка. Матросы, говорят, как машины все исполнять должны. Один матросик с Орла, где он раньше служил, рассказывал. Не дерется и не порит, а по-своему наказывает. Босыми ногами на ванты ставит. Пошел все наверх! Мирно, а то беда. Зуда увидит, сиди. Как вспомню я черные очи, прекрасные очи твои, те очи чернее темночи, что губят корабли. С тех пор, как ты взору явилась, на рек потерял я покой. Душа моряка раздвоилась меж морем и грешной землей. Душа моряка раздвоилась меж морем и грешной землей. Клятвы своей не нарушу, что дал я прекрасным очам. Я отдал им сердце и душу. Это восхитительно, господа, но старший офицер барон фон Берг решил нас голову уморить, что ли? Карл Иванович придет не минутой раньше, не минутой позже. Штурман по нем часы ставит вместо солнца. Хорошо, солнце. А заметили, господа, вот уже месяц он на корвете, а любви у команды не завоевал. Это. Крепостник! Прошу вас к столу, господа. Какой чудесный борщ сегодня. Василий Иванович обожал такой борщ. Вы знали нашего бывшего старшего офицера, Карл Иванович? Не имел чести. Прекрасный человек. Вот с кем приятно было служить. Не правда ли? Дельный офицер и добрый товарищ. Никогда нос не задирал. И как его матросы любили? И сам он матросов понимал и любил. И как они старались для него. Его даже якуцей любил. Кстати, господа, что-то не видно Куцева, а? Прячется бедная собака. Что бы это значило, а? Иди, Куцей, не бойся. Иди сюда, нет, иди. Дыши, дыши, собака. Небось, кубрики душно, мает на тебе. Егорка! Егорка! Чего вам? Иди постой на часах, постереги. Если зуду черт принесет, свистни потихоньку. Ладно. Да, брат, загвоздка.
Не смей матроса ударить. Ну что же это? Что же это получается? Конец света. 7-й месяц капитанский приказ исполняю. Ни разу матросам зубы не чистил. И что ж, чувствую, сердцем чувствую, нет того уважения к боцманскому званию. Трепета того нет. Нет, трепету никакого. А знаешь, мне даже сны такие снится стали. Страшные. Наверное, помру скоро. Помру. Вот, к примеру, снится мне вчера. Идет мне навстречу первогодок наш, Егорка Певцов. Что говорил, Егорка делал? Понял? Лисиля подтягивал. Почему гордыня спутал? Смеется. В глаза смеется. И хочу я его по зубам смазать и не могу. Рука деревянная, не поднимается. Тогда я, Господи благослови, левой рукой перекрестился и левой же наотмашь. Ой! Фу ты, Егорка. Свят, свят, свят. Живой? Сон в руку? Не в руку, а в глаз. Быть ему теперь синяком. За что, господин боцман? А зачем под руку лезешь? Да я шел. Ну, ладно, ладно. Не спускай нюни, матрос. Уж за что-нибудь тебе следует. Или в суд будущего задаток. Пошли, Иваныч. А ну-ка, ты попрыгай. Попрыгай. А что делает старый матрос, когда к водочке свистят? Куся, давай попляшем, а? А ну, Куцый, покажи, как Егорка перед боцманом стоит. Куцый, покажи, как боцман с Егоркой разговаривает, а? Тихо, тихо, сюда услышит. А ты его знаешь, что спрашивать, а то беду накличешь. Виноват, Федосеевич, забыл. Егорка свистит. Беги, Куцый, сюда идет. Бегом. Ты зачем свистишь, матрос? Да так, ваше благородие, замечтался и свистнул. Чтоб больше не свистеть. Есть. Что у тебя под глазом, синяк? Так точно. От чего? Зашибся, ваше благородие. Чтоб больше не зашибаться. Есть. Пошли ко мне, боцман, на дзюбу. Есть, ваше благородие. У матроса Егора Певцова под левым глазом имеется синяк. Это сделал ты? Я, ваше благородие. Почему? Он был неисправен? Матрос, он исправный, ваше благородие, старается. Так зачем же ты его прибил? Матрос, он еще глупый, ваше благородие. Для устрашки, значит, чтоб понимал. Если матрос провинился, доложи мне. Я буду сам наказывать. Я сам умею наказывать. Понял? Понял, ваше благородие. Иди. Ты что лапы на версту протянул? Видишь, боцман идет. Жаловаться? Подлый, я тебе пожалуюсь. Нехорошо, Фомич. За что зря пристаешь человеку? А тебя спрашивали, ты кто такой, выискался советчик? Молчи, пока самому не попал. Ты прям жаловался, Егорка, а? Нет. Я матрос. А за что же он все-таки тебя? Так, здорово живешь. Задаток говорит. Зазнался человек. Проучить пора. Слыхал, Егорка подлец. Пожарился. Ну, я ведь по нечаянности.
Однако это из суде я подробностью объяснять не стал. Ударил так ударил, пусть взыскивает. Да, не тот нынче матрос пошел. Их, кляузный. Ты бы старикам разъяснил, как дело было. Я? Да чтоб я перед матросом стал свое боцманское звание срамить. Да пусть думает, что я нарочно. Смотри, Фомич, обидятся матросы. И так уж поговоришь, что ты втихомолку по зубам прохаживайся. Он старому Митричу глаз подбил. Ну, тот все на быка сваливает. Ну, зазорно ему, что старого морсового боцман не уважил. Ну, очень хорошо. Хоть я его и не трогал. Ну, пусть думает. Пусть кулакам у него боятся по-прежнему. А что, если матросы поучить тебя захотят, а? Меня? Ну, брат, руки короткие. Впрочем, я за свою боцманскую грозность и пострадать согласен. Пусть думают, что бью, и пусть хоть на 1000 кусков разорвут, а я на своем якоре держаться буду. Понял? Увольняющиеся на берег! На баркас! Ты бывал здесь, Домовой? Бывал. Вот хорошо, покажешь мне, хоть я хороший рубаху купить. Хорошо. А тут Федосеевича нет, мне не с кем. Идем, дернем сегодня англичанского джин. Я угощаю. Спасибо. Однако сегодня мы на свои пить будем. Пойдем. Я, братцы, коренной матрос. Все равно
Бошмана не кляжничали, сами учили. Ну, то в старину. А теперь сам знаешь, капитан запретил? Капитан. На разную сторону такие капитаны бывали. Вот царство ему небесное. Василий Кузьмич Остолопов, вот капитан, лев, кулак, вот, как садонет, там в глазах перец с огнем и морду вздует. Меньше двух зубов за раз не выбивал. А когда колечко угодит, считай все три. Вот, вот, вот его голубчик, а его руки памятник царству ему небесное, голубчик. Это ни к чему. Ты вот что скажи, помещик, станешь на руку легче, будешь над Егоркой куражиться, а не бросишь? Буду! Он, чертов сын, на меня старшему офицеру жалелся. Говорю, тебе не жаловался. Ну? Сюда сам догадался. Не жаловался? Молодца. Значит, легко из него матрос будет, если ему еще года два морду чистить. Ну что ж. Пошли. Пошли. Вот я до вас ехать. Вот я до вас ехать. Баптисты, лиши, лиши. Вот и зы. Don't touch me, old fellow. Ну-ну. Ну, пошли, пошли, пошли. Это стринг, ван слово. Вот я до вас ехать. Ай, дринг. Вот я до вас ехать. Your help. Уля, уля. Уля, уля. Вот я до вас. There's no place for me. Значит так, Фомич, мы матросы, ты матрос, ты уж не обижайся, Фомич. А это ты зачем? Не люблю, когда ухо рваное. Утверждает, что ты с англичанами дрался. Я? Так точно. Дрался, ваше благородие. Виноват. До конца плавания останешься без берега. Месяц не будешь получать свои водки. Слушаюсь, ваше благородие. Я, Матвей Фомич, пришел доложить вам по секрету, потому как я завсегда уважал вас и кроме хорошего ничего от вас не видал. Ну. Я знаю, кто это с вами так подло, можно сказать, поступил. Я, если угодно, свидетелем под присягу пойду.
Это Федосеич всему зачинщик. Я сам слышал, Матвей Фомич, как он. Иди-ка сюда поближе. А? Вот тебе подлому по секрету. Ишь, мерзавец, с чем подъехал? Вот подлец. О, Господи. О, вот. Ой, черт. Что это у тебя? Разрешите доложить, ваше скородие, как я навсегда... Зашибись, ваше скородие! Вперед, будь осторожнее. Есть! Какая мерзкая собака. Боцман! Есть! Есть, ваше благородие. Что это такое? Я тебя спрашиваю, что это такое, боцман Дзюба? Ну, сами извольте видеть, ваше благородие. Под собаки, значит. Ты помнишь, что я тебе говорил? Так точно. Так вот, чтобы через 5 минут эта мерзкая собака была за бортом. Осмелюсь доложить, ваше благородие, собака нездорова. Брюхом больна. Простите, ваше благородие, Куцеву. Боцман Дзюба, я не привык повторять приказания. Через 5 минут явиться и доложить, что мое приказание выполнено. Да выскобли здесь палубу. Есть, ваше благородие. Зуда долговязая. Идол. Федосеич! Ну, брат, беда. Чертова зуда увидал, что Куцый нагадил, и ничего не поделаешь с этим подлецом. Да ведь Куцый больной. Жалко собаку. Будь отец родной, доложи ты этому дьяволу. Да не, что я не докладывал. Никакого у тебя внимания. Говорит, через 5 минут, чтобы собака была за бортом. Понял? Братцы! Братцы! Слышали, что злодей вздумал? Какие его такие права, чтобы топить матросскую собаку? Где такое положение? Дойдем до капитана. Он добрый, он рассудит, он не дозволит. Капитан там, может, и не захочет против своего же брата офицера идти. Наш капитан не такой. Он выслушает. Боцман Дзюба. Есть! Почему до сих пор не выполнено приказание? Есть! Сейчас выполню. Стой. Идем, Куцый. Я сам. Глаза не смотри. Претензию командиру по уставу! Я во фрунт! Хватит! Станови команду во фрунт, боцман! Во фрунт по уставу! Ч
чем дело, Федосеевич? Курцей. Курцей. Ваше благородие, старший офицер приказали кинуть Курцева за борт. И команда этим очень обижается. За что без вину губить собаку? Пес вон, как вам известно, справный. Уж скоро год ходит с нами. И вся его вина, ваше благородие, что он заболел брюхом. Ну, случилось. Уж не откажитесь, ваше благородие. Заступитесь за Куцева. Вон, ваше благородие, и Куцый вас просит. Федосеич, я заступлюсь за Куцева. Слышишь? Ваше благородие, век не забуду. Я сейчас. Сейчас же. Барон, вся команда... Вы в кают-компанию, снимите фуражку, гарнизон Горелов. Простите. Вся команда просит вас отменить приказание насчет Кузова. За что же лишать матросов собаки? И какое нас совершило преступление, Карл Иванович? Это не ваше дело, гарнизон Горелов. Я прошу вас не забываться и мнений своих не выражать. Собака будет за бортом. Вы так думаете? Прошу вас замолчать. Я иду сейчас же к капитану. Разрешите доложить, ваше благородие? Ну? Их высокоблагородие, господин капитан, просит ваше благородие к себе. Ступай. Что там за история с собакой, барон? Никакой истории нет. Я приказал ее выкинуть за борт. За что же? Я предупреждал, что если увижу, что собака гадит, я прикажу ее выкинуть за борт. Я увидел, что она нагадила, я приказал ее выкинуть за борт. Смею полагать, что распоряжение старшего офицера должно быть исполнено, если дисциплина на флоте действительно существует. А я попрошу вас, барон, немедленно отменить ваше распоряжение и впредь оставить собаку в покое. Она накормится с моего разрешения. И нельзя же, барон, отдавать подобные приказания и без всякого повода возмущать людей. В таком случае, Николай Федорович, я имею честь просить вас самому отменить мое приказание. А я считаю это для себя невозможным. И кроме того... Что еще? Я болен. И исполнять обязанности старшего офицера не могу. Так подайте рапорт. И, может быть, береговой климат вам будет полезен. Так держись, матросы, держись!
Держись! Вы посидели, Николай Федорович?
8 лет тому назад в этих же местах наскочил на рифы, потерпел крушение и погиб со всем экипажем испанский корабль «Сантьяго». Как вы думаете, Володя, почему это произошло? Не знаю, Николай Федорович. Я полагаю, господа, потому что испанцы не сумели вовремя поставить паруса. А вы знаете, что очень часто на море промедление равносильно гибели. Сегодня мы поставили паруса ровно на 1 минуту быстрее, чем тогда в Бресте, помните, во время состязания с французским фрегатом. И это при ураганном ветре. Я, господа, горжусь тем, что командую таким кораблем. А найтись в обстановке и решиться поставить паруса в такую погодку, тут уж ваша заслуга, Николай Федорович, и не скромничайте. Приказ надо не только найти, Алексей Петрович. Его надо еще и выполнить. Совершенно верно. Но ведь... дело-то не в этом. Вы помните, господа, что сегодня ровно год, как мы вышли из Кронштадта? Ну, как же, помню, Васильевич. В памяти. Пройдено много тысяч миль. Да, около 5000. А впереди еще вдвое больше. Ну, ничего. На наших матросов можно положиться. И будем помнить, господа, что для нас, русских моряков, нет трудного пути, нет легкого пути. А есть славный